Жители многоквартирных домов малоэтажности по Заводской улице стали участниками губернаторской программы «Мой подъезд». После проведения собраний собственников жильцы домов 7, 8, 20 и 22 обсудили свои предложения по ремонту подъездов с главой района Олегом Хромовым, который вместе со своими заместителями, представителями управляющей компании и старшими по домам осмотрели состояние окон, дверей, светильников и других элементов подъезда для того, чтобы привести их к нормативному состоянию. Это очень важно для того, чтобы понять, все ли жители ознакомились с тем, что будет происходить в их подъездах. И самое главное, посмотреть, насколько реально они принимали участие в составлении того перечня работ, который необходимо произвести. Преимущество программы «Мой подъезд» заключается в том, что жители при разовом взносе, который по предварительном подсчете составит около 700 рублей, получат полностью отремонтированный подъезд во внеочередном порядке и с учетом своих пожеланий, вплоть до цвета окраски стен. Жители обсуждали этот вопрос. Кто-то вник, понял, кто-то не понял. Разные мнения у жителей получились. Но большинство, конечно, выступает за то, что надо дом поддерживать в хорошем состоянии, проводить ремонты. Это программа софинансирования. Здесь участвует и область, и район, и управляющая компания. И программа имеет заявительный характер. То есть, если собственники обратились, обязаны их включить, рассмотреть. И потом провести собрание они должны, что они хотят, чтобы в этой программе поучаствовать. Дома по Заводской улице постройки 60-х годов. Многие элементы строений требуют не только ремонта, но и замены. К сожалению, эти работы не входят в рамки губернаторской программы. Не бывает безвыходных ситуаций. Мы все-таки подумали для того, что, может быть, частично где-то и эти вопросы можно будет решить. По губернаторской программе в Ленинском районе будет отремонтировано более 500 подъездов. Вот здесь, на данных домах по Заводской улице, мы приступаем к ремонту 17 июня. В течение двух с половиной недель они будут отремонтированы. Губернаторская программа софинансирования «Мой подъезд» добровольная и гибкая, не имеет временных ограничений по вступлению. Людмила Медведева, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.